дыхательная система, кровеносная система возвращается, скажем так, в исходное состояние, находится в тонусе, человек начинает лучше себя чувствовать, лучше высыпаться. Физическая активность, она позволяет подтянуть мышцы и в целом улучшить свое самочувствие. Бывает очень сложный график, много работаешь, устаешь, и потом много болеешь в итоге. Когда я начала заниматься боксом, проблема прошла. В принципе, настроение улучшилось, я больше не ругаюсь с коллегами. Как-то хорошо себя очень чувствую. Сомневаюсь я, что можно вот таким образом справиться с усталостью. На самом деле это не так, и мы можем это проверить. Давай. Да, Оль, ты была права. На самом деле прям выплеснул все негативные эмоции. Теперь готов улыбаться и радоваться жизни.